Итак, приветствуем наши дорогие друзья-подписчики и гости моего YouTube-канала. У нас очередные две посылочки с сайта AliExpress. Сейчас их вместе с вами откроем, посмотрим. Так, начнем с одной этой посылочки. Давайте будем вот так вот. Так, здесь у нас садовые рукавицы. Сейчас мода на них. Тренд. Здесь AliExpress, стоимость там, по-моему, $2.5. Так, вот такие вот у нас тут специальные резиновые вот такие вот рукавички. И вот размер на мою руку, наверное, не налазит на мою руку. Вот такие вот рукавички. Здесь у нас все прорезиновано. Здесь у нас такая вот ткань, такая прозрачная, видно вот дышущая. На другой у нас рукавички. Так, они походу приклеенные вот эти вот поводки. Тоже вот у нас вот такой прорезиненный. На мой размер мужской подходит. Это мне попросили заказать. Так, а вот это вот так у нас колупаться в земле. Что-то искать, что-то рыскать. Чтобы не протирались быстро рукавички. Если вы берете рукавички, они быстро протираются. Вот такие вот у нас рукавички с сайта AliExpress. Ссылочка на них будет в описании. Заходим, смотрим. Не забываем также нажать по ходу колокольчик. Ну вот такой вот фильм Фредди Крюгер. Такие вот у нас рукавички. Можно их, ну вот видите, здесь вот. Конечно, можно было больше их, я думаю, можно вот так вот заделать. Ну, китайцы решили так сделать, ну так. Ну, все как на в описании, на видео, так что можно рекомендовать. Ссылочка внизу под видео будет, можем заказывать. Так, следующая наша посылочка. Сейчас я тут откроем, посмотрим. Сам не знаю, что здесь может быть у нас. Так, а у нас здесь. А у нас здесь рыболовные опять снасти. Также у нас продавец положил подарок. Таких вот две рядошки. Так, запаха нету. Такие вот силиконовые рядошки. Так что за это не поставим большой плюсик. Так, и у нас здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И здесь у нас 12 рыбок. 12 рыбок. Таких вот серебряных, красивых на вид. А, вот оно что. Нет, тут не закрыто даже было. Так, такие вот у нас рыбки. Серебристые. Думаю, на небольшого окунька. Или даже щупачочка. Щупачка. Кто там с рыбаком не понимает. Думаю, пойдет. Так, запаха нету, так что размер данной рыбки у нас 4. Такая у нас ручка инженерная. То есть у меня есть предыдущее видео, там не забывайте посмотреть. Ссылочки, где можно сразу же, видите, на ручки сразу же померить. У нас длина вместе с хвостиком 4,5 сантиметра. Так что такая вот небольшая рыбка. Пришла у нас с сайта AliExpress. Их тут 12 штучек. Так что можем вам вполне их рекомендовать. Данного продавца. Переходим по ссылочке. Заказываем. Вот, и большое ему спасибо, и лайк ему поставим, напишем хороший отзыв за вот такие вот подарочек у нас в виде рыбешек. Не забываем подписаться, поставить лайкосик, написать комментарии. Вот видео скоро у нас сократится, мы уезжаем в отпуск, так что будем ждать дальнейших видео. Всем пока. Не забываем поставить лайк.
спать вверх. Всем пока, до новых встреч.